А детей бедных, трехгодовалого взяли на руки, пятилетний стоит. Придавили его так, что он заревел. Таковы будни в барнаульских маршрутках. Галина Воробьева вынуждена пользоваться услугами 60-го маршрута. Возит супруга на лечение в поликлинику. Одну из последних поездок женщина запомнит надолго. Автобус подошел полностью забитый. Кое-как мы вошли. Во-первых, там тесно. Во-вторых, надо встать. Я одна в проходе не встану. А надо встать. А чтобы человек вышел, надо наклониться ему, чтобы вышел другой. Вот так вот. Она вот ложится на людей и проходит. Стали спрашивать у шофера, почему такой автобус ходит маленький. А он нам сказал, больших автобусов нет. Хотя комитет по дорожному хозяйству города нашему телеканалу сообщил другую информацию. По их данным, ежедневно для перевозки пассажиров на маршрут выходит от 1 до 3 больших 60-х автобусов. Горожане, между тем, ощущают острую нехватку полноценного транспорта на протяжении всего дня, особенно в утренние и вечерние часы. Некоторые жалуются на загруженность большую транспорта, тот же 60. Когда толкучка, конечно, как селедки, бочки, как говорится. Бывает, что тесно, бывает, что подождать приходится. Ну что ж, не без этого. А сейчас какой ожидаете? 60-й. Ну, сколько уже ждете? Ну, минут 10. Норматив ожидания у 60-го маршрута 8-16 минут, пояснили в профильном комитете и добавили. Чтобы соблюдать интервал, комиссия по организации пассажирских перевозок установила максимальное количество автобусов 60-го маршрута. В зимний период с 18 октября по 16 апреля должны работать 8 автобусов малого класса и 16 автобусов большого класса. Однако в связи с отсутствием достаточного количества водителей автобусов большого класса увеличить выпуск указанного подвижного состава в настоящее время не представляется возможным. Получается, горожанам остается только мечтать о большом просторном транспорте и со страхом ждать зимы. Времени объемных курток и шуб, времени, когда войти в общественный транспорт. Особенно в часы пик будет еще сложнее. Уехать смогут явно не все желающие. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.